Медалисты и отличники. В одном зале собрались лучшие выпускники со всех школ Абхазии. У каждого впереди грандиозные планы на будущее и продолжение учебы. Медалистка Иоанна Серафимиди из Чимчиры совсем недавно сдала экзамены и уже поступила в один из медицинских вузов России. Конечно же, меня переполняют море эмоций. Одновременно и радостно, и очень грустно, потому что грустно прощаться с этой школьной жизнью. Но я думаю, что впереди меня ждет не менее интересная жизнь. Поздравить выпускников с отличным окончанием школы пришел президент Рауль Хаджимба. В своей речи глава государства подчеркнул, что, став квалифицированными специалистами, молодые люди внесут вклад в развитие родной страны. Дорогие выпускники, сегодня очень важный день не только для вас и ваших родителей, но и для всех граждан Абхазии. Вы вступаете в большую, взрослую жизнь, и те знания, которые вы получили в школе, должны стать основой ваших будущих успехов и достижений. Мы очень надеемся на то, что, приобретя профессии, вы внесете свой вклад в развитие нашей страны. Недалек тот час, когда именно вы возьмете на себя ответственность за судьбу Абхазии, и к этому нужно быть готовым. Со своей стороны, мы сделаем все возможное для того, чтобы перед молодым поколением открылись новые перспективы для творческого развития, профессионального и карьерного роста. Вклад в развитие абхазской медицины собирается внести отличник Инал Арджиния. Поступление в военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга – основная цель молодого человека. По словам выпускника, мечта стать хирургом появилась в детстве. И вот настал тот момент, когда до ее реализации осталось совсем немного. Как будто вчера пошел в первый класс, и как-то даже незаметно пролетели эти 11 лет. Я даже сейчас не могу пока поверить, что закончил школу, и вот-вот наступят экзамены вступительные, и нужно поступать в университет. Министерство образования и науки подготовило настоящий праздник, но и сами выпускники не остались в стороне. Творческие номера, подготовленные ими, вызвали бурные овации присутствующих. На этом праздничная программа не завершилась. Выпускников встретила набережная Махаджиров. Яркие наряды девушек и элегантные костюмы юношей привлекали внимание случайных прохожих. А вспышки фотокамер запечатлели этот праздник молодости и красоты. Анастасия Никонова, Сасрауагухава, Абаза ТВ.